Happy birthday to you! От моей дорогой подписчицы Леночки. Город Ейск. Спасибо огромное, Андрюш, иди отсюда. Андрюш Малахов подсказывает, что город Ейск — это Краснодарский край, где-то там. Сейчас я сладости сюда положу, чтобы мне ничего не потерять. Леночка из города Ейска, она поклонница Юры Шатунова. Лена нам присылала, по-моему, раза два посылки. Давно это было, у нас же уже канал-то изведено. Ну, мы уже с вами 4-й год. Тыры-пыры тут это. Господи, прими за лекарство. На 3 дня вы забудьте про меня. Сейчас развеем резко миф о том, что я не пьющий. Ну, а там, где пиво, там таранка, ребяточки. Следовательно, надо сейчас тараночку открываем. Конечно, умница, Леночка. Дай бог тебе здоровья. Дай бог тебе здоровья, мамочке твое здоровье. Ну, рыбе ты здоровья уже желать не буду. Лена, вообще. Рыба номер 4. 5-я рыба из города Ейска. Вот, Лена из города Ейска, ребяточки. Да, такое совпадение, сестры. Опа! Леночка, солнце мое. Кстати, на моем YouTube-канале есть целый плейлист, который называется «Болталка» или «Болталки», «Болталка». Можете на него нажать и смотрите, там уже много болталок. За 3 года у нас накопилось огромное количество болталок с подарками от моих дорогих подписчиков, которые тратят денежку, присылают мне дорогущие подарки, ценные подарки, чего только не присылали. Еще очень переживаю за тебя, когда ты посещаешь места памяти в любую погоду. Не знаю, пользуешься ли ты зонтами. Дарю тебе зонтик. А где он, Наташ? Где зонтик-то? На удивление, сюда может влезть и не один портрет, ребята. Это прекрасно, потому что тот мой рюкзак влазит один портрет, а второй мне приходится таскать в пакетики, надрывать свои нежные ручки, золотые, да, бриллиантовые ручки. Из кусок я вырежу сырок, копченые колбаски, липецкая сырокопченая колбаска, ананас, за который переживаю, чтоб не пропал в дороге. Наташка, пропал! Пропал ананасик, ну ничего, ничего. Наташенька, извини, пожалуйста, так получилось. Я что, виноват, что он умер? Ну так получилось, кабичинский блогер. Что-то да должно было умереть в посылке, сама понимаешь, формат такой. Что-то да должно было умереть в этом ролике. И это оказался ананасик. Так получилось, а вот так вот. Скажи спасибо ананасу. И голова Андрея Разина была. И розовый фламинго от Наташеньки из города Липецка. Ребятки, пока я надуваю фламинго, пишите комментарии и оставляйте лайки. А можно даже подписаться. Вдруг кто-то из вас уже отписался, не выдержал до конца этого ролика и отписался. Тут много подарков, на самом деле. А тети Ларисы была шикарная ручная поделка. Мое красивое лицо в форме солнца. 31 декабря. Небольшая болталка, как всегда. Как видите, мне прислали, как всегда, ящик. Вот так вот, а потому что... Обалдеть! Здесь не просто голова Андрюши Разина. Здесь голова Андрюши Флора. Смотрите, ребятки. Лариса Николаевна мне прислала. Смотрите. Лариса прислала мне. Это солнце. Кабинет-врач Лариса, помните Ларисочку. Лариса сейчас занята очень сильно, у нее много дел, куча дел. Вот она редко нас посещает, но мы всегда ее с удовольствием ждем нашу болталку. Болталка, чат-болталка, ребятки, ссылочку оставлю в описании. Сейчас у нас там обстановочка спокойная, дураки заходят редко. Бывает, что какая-то мразь залетает, мразь какая-то, пузатая мышь, как я их называю. Что-то путаю. Наверное, кусок тут вырежу, какую-то ерунду сказал. В этот раз Лена не стала высылать посылку, она схитрила. Здорово, Андрю. Че ты там делаешь все? Дай мне адрес у Валбриса. Говорю, здравствуйте, Елена. Даю ей адрес Валбриса. Она говорит, все, жди подарки. Да, принес ей, в общем, подарки от Леночки. Сейчас мы их тоже с вами распакуем, ребятки. Напоминаю, что это болталка к моему дню рождения. Следовательно, продолжаем все петь. Играет праздничная музыка у Андрюши Флоры. Happy Birthday. Конечно же, в этой части болталки не обойдется без рекламы Валбриса. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Кладбищенский блогер Андрей Флор. Happy birthday to you. Во-первых, Леночка, спасибо тебе огромное за твои подарки. За твою креативность и оригинальность, что ты решила таким вот образом не напрягаться с почтовыми пересылками. Мне так, на самом деле, тоже попроще. Я сразу же мешком забрал все подарочки, которые ты мне выслала. И сейчас мы их посмотрим. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну, начнем с самых первых подарочков. Это у нас перчатки. Перчаток много тоже не бывает. То забываю где-то в трамвае, то в метро, то в троллейбусе где-то еду что-то, то куда-нибудь на почту, в магазин пойдешь, перчатки положил, одну перчатку потерял. Так, отлично, Леночка. Вот такие перчатки мне прислала Лена. Леночка, спасибо огромное. Очень тепленькие, кстати. Как раз пригодятся. Впереди у нас лютая зима.
Так, что это может быть, ребятки? Орехи, конфеты, что угодно. И восточные сладости, какая прелесть. Мы их, наверное, сейчас пробовать не будем, потому что можно с ума сойти, их тут очень много. Ребятки, коробочка с восточными сладостями от тети Лены из города... Забыла опять город. Ейск. Угу. Спасибо, Андрюш, все, спать ложись. Из города Ейска. Так, это у нас кто-то. Вакуум-куб. Вакуум-куб. Куб-вакуум. Это стакан. Это стакан, это, видимо, как стакан-термос, который надо с собой брать. Наливаешь туда горячий чай. Прикольно, кстати. Слушай, прям сюда наливаешь и прям с собой брать можно, да? Тихо, тут какая-то еще штучка. Улыбнись. Все, спасибочки, спасибочки. Продолжает играть праздничная музыка поздравительная. Happy birthday, кладбищенский блогер Андрей Флор. Happy birthday to you. Это все подарочки к дню рождения от моих дорогих подписчиков, любимых моих зрителей, которые со мной где только не бывали, да? Где нас с вами только не носило. Это кладбищенская наша дорожка. Состав: хлопок, полиамид, размер 41-45. Кто ты? High quality, super soft, perfect fit. Сейчас посмотрим. Тихо, открывается коробочка. А здесь у нас трусы. Трусы для кладбищенского блогера. Нет, это носочки. Носочки. Сода пищевая, ребяточки, носочки. Сгущенка. Носки сгущенка. Так, это у нас кто? Это у нас русский сахар. Русский сахар от тети Лены. Вот такие носочки интересные, ребят. Смотрите, прелесть какая. Смотрите, хорошо тянутся. Прелесть. Ну, размерчик, конечно, мой. О! Сейчас Филипп Киркоров смотрит этот ролик и плачет, потому что у него вещей меньше, чем у Андрея Флора. Вот так, Филипп, завидуй молча. Впереди у нас еще одна распаковочка, ребяточки, от поклонников Юры Шатунова, легендарная группа «Наш Шатунов». Да-да-да, имейте в виду, что прислала команда «Наш Шатунов», это не знает никто. Девчонки непредсказуемы. Все добрые дела, которые они вершат и творят, это просто безбашенные поездки далеко, это просто. Поэтому впереди у нас будет распаковка двух огромных коробок от команды «Наш Шатунов». Спасибо вам заранее огромнейшее. Обязательно распакуем, посмотрим, что вы мне прислали. Чай. Чай всегда нужен. Чай люблю, кофе люблю. Наш чай. Возьмите пирамидку. А, она очень хорошая, отлично. Пирамидочки здесь. Отлично, супер. Спасибо, Леночка, спасибо огромное. Ой, что-то вкусно запахло. Мне кажется, это какая-то пища. О-о-о, слушайте, ну вообще, мне столько конфет из Санкт-Петербурга. Мне команда Юра Шатунов Легенда прислали обалденные. Вот у меня в стопочку сложены конфеты от Надежды Крупской. Надя Крупская в Санкт-Петербурге. Это большая кондитерская фабрика конфетная. И там, говорят, самые вкусные конфеты. Санкт-Петербург, ребят, конфеты Санкт-Петербург. Фабрика Надежды Крупской. Такая красотища. Леночка, спасибо тебе огромное. Спасибо. Так, не расходимся, ребятки. Это еще не все. От Леночки еще что-то пришло. Впереди у нас еще посылочка где-то в пути от Катюши из города Ростова. На-Дону. О, это колбасы, Лена. Вакуумная упаковка. Колбаски полусухие со вкусом чили. Ленок. Жалко, ты пиво не прислала, Лен. Ну, на Валберсе нет пива, по-моему. Да, давай попробуем колбаски. Это никак не делал. Очень говорят, жрать хочу вообще. Такие колбаски. Давайте попробуем. Ой, обалденно, Лена. Ты богиня. Ты колбасная королева. Ой, обалдеть вообще. Слушай, так я никогда не ел. Они островаты, но не сильно. Угу. Еще одну съем, Лен. Извини. А, ребят, очень вкусно. Имейте в виду. С виду смотрится, как будто козочка покакала. Но очень вкусно. Да. Сейчас холодильник уберу. Шикарно. Шикарно, Лен. Это еще не все, ребятки, не расходимся. Вижу, устали, вижу. Все, сейчас заканчиваем. Так, что это может быть? Что-то гремит, погремушки. Ну, после колбасы, наверное, мне плохо станет, да, Лен, как думаешь? Сейчас я вот пустил. Это, короче, ребят, хрустики. Ой, колбаса вообще бомба, Лен. С малиной. Это вот эти хрустики из пастилы. Яблочные хрустики из пастилы, да, вот, ребят. Я потом, конечно, покушаю, Леночка. Ладно, просто после колбасы. Колбаса просто бомба, Лен, вообще. Просто... Спасибо огромное. Ну и последняя вещичка от Леночки. Это, как я вижу, это свитер. Свитер для кладбищенского сексуального мужчины. Леночка у меня размер спрашивала. Да, размер спрашивала моего живота. Спрашивала, сколько у меня кубиков. Сказал, кубиков много, не переживай. Кубиков много, все свалялись в одну кучу на животе. Круто, кстати, воротники такие, обожаю. Вот когда вот такие, смотрите, оп, как шириночка. Да, кадычок так, оп, и кадычок оттуда выпал. И кадычок вот это имеется в виду. Сейчас, как всегда, начинает играть эротическая кладбищенская музыка. И Андрюшечка Флор, именинник. А именинник, да. Именинник начинает оголяться и переодеваться. Поехали. В полночной тишине ты пела песни мне,
И улыбался я тебе во сне, мама. Так, шапку одеваю. Так, ребяточки, возвращаемся. Оцениваем последнюю супер вещь от Леночки из города. Что все время город забываю? Все время боюсь перепутать его с городом Елец. Елец – это Липецкая область. Я все время путаю. Это я. Спасибо огромное, Леночка. Спасибо огромное, тетя Люда, дядя Сережа, Анжелика. Спасибо огромное за этот шикарнейший подарок, который мне прислали. И все остальные подарки. Вкусняшки, мыло. Ой, много всего. Сок, даже сок прислали. Стакан прислала, Леночка. Спасибо огромное вам. Духи шикарные. Шикарные, тетя Любчик. Спасибо вам огромное. Все подарки я храню, берегу, ценю. Спасибо вам огромное всем. Впереди, как я уже сказала, у нас будут еще распаковочки, потому что подарочки присылают. Я буду стараться сильно не затягивать. Так получается, что из-за поездок, съемок у меня мало времени на распаковки и посылочек. Но все посылочки я получаю, они у меня лежат. Я стараюсь прям по очереди все это как бы отснять, чтобы все мои подписчики видели, какую красоту мне присылают, как меня ценят и любят мои дорогие подписчики, зрители моего канала. Спасибо вам огромное. Я вам всем желаю крепкого здоровья и себе, конечно же, тоже. Знаете, себя не похвалишь, похвалит твой любимый зритель. А это вы. Вы, мои дорогие, любимые зрители. Спасибо вам огромное. Это была наша с вами очередная болталочка, в которой мы посмотрели, распаковали, попробовали, понюхали, немножечко помазали духами. Вот. Спиртных напитков не было. Не было спиртных напитков. Немножко досадно, конечно. Хотелось немножко, конечно, пригубить. Но ничего страшного. В другой раз, я так думаю, что-нибудь, да, получим из спиртных напитков. Спасибо вам огромное еще раз всем. Я всем вам желаю крепкого здоровья. До новых встреч на YouTube-канале Андрей Флор. Канал памяти известных людей. Вот. Впереди, как всегда, много интересного. Я вас всех очень люблю. Желаю вам крепкого здоровья. Пока!